Для того, чтобы собаку или другое животное можно было дрессировать, необходимо хотя бы минимальное доверие животного к человеку. В чем, собственно, выражается доверие? В каком конкретно поведении? А в том, что животное контактное, его можно трогать, управлять его движением в пространстве, фиксировать на одном месте в разных положениях, брать на руки, поворачивать или переворачивать. Вот, собственно, в этом и есть смысл данных манипуляций с гиенкой Чупой. Но кроме развития общего контакта и доверия, проход под ногами является подготовкой к обучению команде лежать. Если щенок будет смело проползать под ногами, то потом можно будет его фиксировать в положении лежать и связывать это положение с командой лежать. Проход под ногами – один из самых щадящих способов положить собаку. Этим способом целесообразно обучать осторожных собак, которые в принципе хотят общаться с человеком, но при малейшем намеке на ограничение свободы пугаются и отказываются от участия в дрессировке. Такие собаки могут хотеть есть и стремиться к корму, но ложиться они не хотят, поскольку укладка ограничивает возможности убежать от человека в случае какой-либо опасности с его стороны. Поэтому сначала мы учим собаку, а в данном случае гиену, просто проходить за куском корма и не пытаемся навязать ей фиксацию и укладку. А если вам понравилось наше видео, подписывайтесь на наш канал бесплатно. И ставьте на зайца.